вам хотел рассказать, что у меня небольшой канал на YouTube. Вот в таком режиме будем общаться. То есть, как с подписчиками. Во-первых, представьтесь, пожалуйста, и поздоровайтесь. Это попозже. Представьте, пожалуйста, как вас зовут и чем вы занимаетесь. Меня зовут Геннадий Антонович Кузьмин. Я изобретатель СССР. У меня 38 изобретений. Из них 21 изобретение запатентовано. Я малолетний узник фашистских лагерей. После того, как началась война, нас захватили, маму мою, тетушку, сестру, и отправили нас в лагеря Угащина, где мы находились 2 года. Потом из этих лагерей нас купили немцы, хозяева там всяких земель и так далее. И они, значит, тоже очень плохо относились к нам, эксплуатировали сполна, потому что мои женщины, мама и тетушка, молодые, сильные, деревенские женщины. И так дошло дело до города Гданска. В Гданске, значит, нас освободили Красная Армия в феврале 45-го года. Вот такой вопрос. Так я еще не договорил. Немного еще расскажу. Да, предыстория, да, если что там заманчиво. 45-го, значит, года, в феврале. И мы возвращались на родину в повозках, как американские переселенцы. Брезентовый тент. И вот мы находились в этих тележках и гнали стадо коров из Германии. И вот только в июне месяце мы вступили на нашу родную землю, потому что прошли через всю Европу с этими коровами. Вот. А потом, значит, нас провели через какие-то там системы проверки нашей лояльности и, значит, написали, что были там-то и там-то, дали документы. Вот, и мы вернулись в Стрельну, из которой начались все наши эти беды. Все дома деревянные немцами были сожжены на дрова. В Петергофе тоже ничего не было. Были в Петергофе 2000 зданий до войны, осталось 83. Куда деваться? В деревне. Вот мы в деревне Низино остановились, жили там. У меня просто возник сразу вопрос, кем вы хотели быть в детстве? Честно говоря, я как-то тогда и не определялся. У нас после войны все мои ровесники заканчивали 4 класса, и кто в ремесленный шел, кто, значит, на железную дорогу. А у меня так получилось, что я рисовал неплохо и в деревне оформлял плакаты для кино. И киномеханик мне предложил, говорит, хочешь, я тебя устрою в школу киномехаников? Я говорю, да, и я не прогадал. Эта школа из всех, которые я когда-то, ну, там, кончал, самая лучшая. Там учили нас практическому мероприятию. Ведь киноаппаратура несложная. Усилитель, сам аппарат, движущий пленку, динамик, воспроизводящий звук, и экран. Вот и все. Ну вот, и за 3 года до армии ни одного случая у меня не было отказов, потому что я внимательно все изучил, что нам давали, и никого не привлекал. Да и привлечь в деревне в то время некого было. Электричества не было, лампы были керосиновые и так далее. Потом в армии я, значит, тоже киномехаником сразу с первого дня и до последнего. И был на хорошем счету, не хвастаю. Мне разрешили сдать экзамен на киномеханик звукового кино первой категории. Вторую категорию я получил после окончания школы киномеханика, тут первую. Дальше, на 40-летие Советской Армии я, значит, управлял оформлением Ленинской комнаты. И за оформление Ленинской комнаты, а тогда участвовало 46 воинских частей на севере, я служил в Мурманске, на севере.
Вот. Нам, значит, дали за второе место, потому что первое место было присвоено там, как говорится, столичному воинскому подразделению. А нам второе. Это наградили балалайкой, гитарой, мандолиной и контрабасом. А нас трое мы были, значит, дали 10 суток отпуска без дороги для посещения родных. После службы в армии командир мне говорит: я предлагаю тебе отправиться в Ульяновское танковое училище без экзаменов. Я говорю: а я вообще-то 7 классов имею образование. А он мне говорит: а там, говорит, были чапаевские курсы, которые за год готовят к дальнейшей учебе в этом училище. Но я отказался, говорю: я не могу. У меня маленькие две сестрички, одной 10 лет, другой 12. Вот таким образом я закончил службу в армии. У меня так в семье все связано с морем. Дочка вышла замуж за моряка-выпускника училища Попова. Внучка тоже. Ну и я занимался в основном подводным флотом. И был у меня флаг, но его я подарил зяте своему, дочкиному мужу. Вот. А этот флаг купили в магазине, вот, как бы восстановить отсутствие флага. И для меня этот флаг очень дорог, потому что, во-первых, сама работа была связана. Я же изъездил весь север и был на Камчатке, Комсомольске-на-Амуре, на кораблях. Ну, вот. А сейчас мне 86 лет, и все мои друзья, моряки, к сожалению, ушли, как говорится, в мир иной. И в память о них, и в текущие времена этот флаг я вывешиваю и всегда с радостью смотрел на него. Он мне напоминал о всех тех действиях, которые были мной сделаны для флота. Ну, история про Высоцкого. Да. Да, у меня в секторе работал технологом Арнольд Иванович Копылов. Это был человек очень тщательный, внимательный. Я даже не знаю, стоит ли вам сейчас наоборот менять. И собирал все о Высоцком. И печатал книжки, которые имели эпиграф великому поэту и гражданину Высоцкому. Этих книжек у него было 28 штук. Он однажды 3 года потратил на то, чтобы весь материал, который был в газетах, в журналах, печатанный. И он все это публиковал в своих вот этих книжках. Ну, а я ему говорю: Арнольд Иванович, ты вообще это все бы взял, да, диссертацию написал на эту тему. Я о друге ничего писать не буду, кроме того, что есть. Однажды, когда Высоцкий был еще жив, он, значит, был у него, не у него, а там, где он выступал, он же скрыто выступал в институтах, заводах. И вот он, значит, Арнольд Иванович Высоцкому подает книжку, сам напечатал ее, в которую внес все его стихи. Он же был немножко безалаберный, Владимир Семенович. Ну, писал, ну, было, да, такое. Да, на коробках сигарет там и так далее. Ну, она прикольная. И вот тот, значит, подарил ему свое изображение, хорошая фотография у меня даже есть дома, которая написана уважаемому Арнольду Ивановичу от Высоцкого. Супер круто, надо будет это сделать. Да, теперь, значит, у нас военпреды, а это представители военные, значит, ну, войсковые там моряки, летчики, они как бы контролируют все изделия, которые мы создаем. И однажды они его
попросили, чтобы выступил, рассказал о нем. И вот Арнольд Иванович вначале был против, потом согласился. И в конференц-зале, значит, стояла фотография большая Высоцкого. По тем временам это вообще такая редкость. Да. Ну, рядом ваза, и в вазе, значит, розы, там, 4 или 3, не помню. И он все рассказал, значит, от рождения и до тризны. Вот. И так понравилось, что потом эти вот военные, а у них, значит, ну, как бы сказать, их управление, там, значит, просили, чтобы он пришел и к ним повторил вот эту лекцию. Но Арнольд Иванович не стал это делать. Не знаю почему. За деньги он не согласился, а просто так он. Ну, странно, о чем так пожаличивался, так сказать. Да не, ну, не знаю. Я имею в виду, теперь вот этот труд, который он писал 3 года, значит, привязался к нему один там, ну, как всегда, бывает, прилипалый. Ну, и, значит, его все ему доверил Арнольд Иванович. Тот все это дело скопировал и защитил диссертацию. Вот так, обокрал его. Понятно. В чистом виде. Это подстава, подстав. Так что вот спасибо вам, что слушаете, смотрите. Ну, дорогие зрители и слушатели, я вам расскажу о своем девизе, что кто-то в жизни что-то достиг. Я всегда думал, ну неужели я не смогу это сделать? И часто у меня получалось. Вот. Один такой момент. У нас в доме, где мы жили, было 5 пар, молодых примерно одинаково в свое время. И вот Новый год по старому стилю решили отмечать по очереди в каждой семье. Сегодня в одной, завтра в нашей. Прикольно. Вот. И каждый приносил на встречу Нового года все, что можно. Женщины приносили торты. Пирогов никогда не было. И однажды я им сказал, я научусь к следующему Новому году по старому стилю печь пироги. Там посмеялись немножко. Я занялся этим вопросом. И получилось, что я начал печь пироги с яблоками, с тортом, с рыбой, с мясом. Все равно самое главное в этом деле – это тесто. Однажды у нас была такая самая направленность в институте. Мы помогали в совхозе весенние работы, осенние убирать, всякие урожаи там. И в основном это было Горелово и совхоз Победы. Вот. Каждый раз, когда мы туда приезжали, каждый брал с собой еду, какая у него там в доме. Ну и, конечно, разведенный спирт. Вот. Я испек 2 пирога. Вот. А у меня была такая женщина-технолог, Валентина Владимировна, она такая была откровенная, что у нее на уме, то и на языке. Сейчас вы увидите, почему я так говорю. Вот. Наступает обеденный перерыв. Я, значит, даю эти пироги, и эта Валентина Владимировна уходит. Потом обед кончается, она приходит и говорит, скажите большое спасибо Антонине Петровне, это моей жене. Я говорю, да это же я пек. Да, было удивление. Чем это кончилось? Как наступали праздники, 8 марта приходила ко мне целая делегация и говорили, нам не надо ни поварёшки, ни ложки, ни блюдца там, ни кружки, ничего не нужно. Испеките пироги. Я вставал в 5 часов утра и занимался этим делом. Когда я шел, а я живу в Новом Петергофе, это 28 километров, а может меньше, я не помню, от Ленинграда. И шел с этими пирогами по вагону, и все провожали меня носом. Такой аромат. Вот, и вся эта процедура длилась 10 лет. А потом, когда начались эти перестройки, передряги, я перестал этим заниматься. Теперь о кораблях. Да, и продолжаем нашу тему. Наша тема о кораблях, которые мне приходилось посещать с ревизией, с контролем разных изделий корабельных. Военно-морского флота. Военно-морского флота. Это крышки шахт ракетных, торпедные аппараты, выдвижные устройства, системы погружения, всплытия и так далее. Всего на подводной лодке
5000 наименований резиновых изделий разного назначения. Вот. В моем хозяйстве я уже сказал, какие были. Еще перископы, трубы, засасывание воздуха, когда набивали баллоны с высоким давлением. Потом труба, работа дизеля под водой, выхлопные газы. Первое мое посещение было, я не помню в каком году, значит, это, значит, Чалм-Пушка, бухта. Тогда она не имела никаких строений, потом она стала называться поселком Рослякова-1. А тогда вот в том месте, значит, плавучий док и лодка была, значит, 667-й А, Азуха. Вот, мы приехали с товарищем, с нашим, и осматривали все там. Ну, а потом, значит, ночевали. Плавучая матка немецкая, от Юнши. Вот. Потом ее переименовали в Печору. И вот в этой мы жили там, значит. А на следующий день снова приходили на корабль и проводили эту работу. Осталось впечатление, во-первых, очень внимательно от командира лодки, который не, нас никак, а только помогал там, значит, что надо. Он, пожалуйста, значит, говорил команде, нам предъявляли, открывали крышки, закрывали там. Вот это было такое посещение. Ну, а потом много было у меня работы, значит, с Западной Лицей бухты, Мерпичи бухты и еще там. И в этом самом Нерпичи бухте были большие самые лодки, акулы. И у меня на этих акулах 5 патентов я имею. Это и на корабле, и, кроме того, на поворотный сопловой блок ракеты. Ракеты Д-19. И вот, кроме того, для этого корабля, значит, я придумал технологию изготовления крупногабаритных уплотнений, потому что крышка шахты, значит, диаметр ее 3 метра 15 сантиметров и глубиной 25 метров. Вот, и в этой, значит, по старой схеме эту крышку давили бы 4 пресса по 250 тонн, то есть целые 1000 тонн. А у меня мое уплотнение работало под действием веса крышки, 10 тонн она сама весит. Вот такая экономия по кораблю под нами, а их было 5. Вот. А потом эту же систему мою приняли и самое, на Борее, там, и на всех других кораблях. Как рубиновского исполнения, так и малахитовского. Это две конторы, которые занимались проектированием. Ну, вы знаете, Рубин это делает стратегические лодки атомные. Ну, а Малахит, я не помню, как там. Ну, вот они идут под индексом Ясень. Ясень-1, там, другой и прочее. Вот. И с этой конторой у меня были самые тесные и близкие отношения. Они придумали всплывающие рубки, вот, а я для этих рубок уплотнение. А рубка себя представляет, вся команда помещается в ней, в рубке, да, и держится на скамейках металлических, которые по периметру приварены. Весит такая рубка 25 тонн, больше даже, чем танк Т-34. Вот. Потом на этой вот акуле таких рубок 2. Одна там и вторая. Ну, на случай размещения и экипажа, и, может быть, на что-нибудь там другое. Теперь был я, значит, в Севастополе на вертолетоносце «Москва». Их 2 было вертолетоносца. Один назывался «Ленинград». Хотелось не на Ленинград попасть, а попал на Москву. Символично. Символично, да. И вот что из себя представляет этот корабль, если кто хочет, может в интернете посмотреть
ну, пол корабля носовые надстройки, а вторая половина корабля – это посадочное место вертолетов. Их, значит, 12, 6 поисковых и 6 ударных. Мы работали на палубе, там, где вертолеты, выносили нам дуимы. А дуимы – это дистанционно управляемые механизмы, которые управляют потоками воды, масла там и так далее на корабле. Их снимали, затворы, которые закрывают эти трубы, когда надо закрыть, и наоборот открывали, когда надо было пропускать жидкости. Ну вот и мы рассматривали, да, меня удивило, что вода такая морская, ядовитая, шток диаметром где-нибудь 50 миллиметров съедался так, что оставалась сердцевина миллиметров 10, остальное пористое было все. Ну вот и осталось такое впечатление. Ну а как вы видите, печальное, значит, событие этого названия корабля, значит, этот, который назывался, значит, когда-то «Слава», а потом его переименовали в Москву. И вот, значит, утонул этот корабль из-за, ну, я не буду говорить из-за чего, в общем, утонул он. Ну. А на втором корпусе этого корабля, маршал Устинов, я был лично, по этому кораблю ходил, там служил мой зять. Корабль, конечно, мощный, с хорошим вооружением, со всеми делами. Но удивительная постройка его, что когда с носа идешь, прямо до кормы не пройдешь. Вся какие-то выгородки, закрывающие проход. И для того, чтобы пройти к корме, надо подняться или наверх, или спуститься вниз. Вот, вот такой корабль. Ну, в общем, он в свое время участвовал в так называемом событии «Буря в пустыне». И вот этот корабль, да, этот корабль был там. Ну, в общем, я говорю самое зять своему: «Павел, а как же вы там корабль?» А говорит, были, значит, эти водолазы, которые меняли там всякие устройства, если что, чтобы подрывались эти подрывники всякие. Вот. Ну, в общем, вот такое событие. Потом я был еще... Давайте небольшую паузу. Ну, еще были корабли «Перископ». Это, ну, в общем, не «Перископ», а «Перекоп» назывался. Неправильно я сказал. Но там мы, значит, испытывали по радиоэлектронной борьбе отражатель. Ну, на него есть патенты и все остальное. Но это вот только эпизодически был там. Значит, проверили, все нормально и закончили. Вот. Был на Дальнем Востоке на корабле, забыла, как называется, этот, Победоносец, Георгий Победоносец. Меня удивило то, что он... Надводный, да, ракетный крейсер? Да. Вот. Этот самый, он... БДРМ или как-то БДР, а то есть у него сзади большая, значит, сделана выгородка наверх, потому что надо было разместить ракеты, которые в своих размерах увеличивались. И теперь вот это как бы продолжение рубки, там находились все 16 ракет. И для того, чтобы посмотреть крышки, мне приходилось подниматься по лестнице туда, значит. И удивил, я говорю, спрашиваю их, а не мешает ли такое сооружение в походе? Там же всякие щели, в которых может быть вой воды и так далее. Говорят, нет, ну нет, значит, нет. Вот. Ну и потом был я еще на кораблях, на... Гремиха, так называемая Гремиха. Это самый удачный был. С одной стороны, это самое, расположение этих подводных лодок, они были в бухте, закрытые островами и так далее. И говорят, что с неба невозможно было все это рассмотреть. Но что было отрицательным, то, что эта бухта, вернее, эти корабли, эта база военно-морская, находилась на середине от Кольского залива до Архангельской. Никакого
сообщений, кроме корабельного, не было. Ходили три судна, значит, Боровской, потом Елагина и еще одна Алла Тарасова. Вот эти судна. Вот они привезут там то колбасы целые, трюмы. Те колбасой питаются. То вино такайское, там, венгерское. То еще что-нибудь. Ну, в общем, и вот все эти, значит, корабли брали тех, которые уходили в отпуск там и так далее, и везли или в Архангельск, или на обратном пути в Мурманск. Ну, там мне повезло, я попал в Архангельск, и там, значит, Архангельск мне как бы вроде и знакомый город, потому что я часто ездил в Северодвинск на строительство кораблей, там, ну, камер испытаний животных была такая тема. Здоровая такая, бак здоровый, и крышка на нем миллиметров, наверное, 15 толщиной, потому что внутри развивалось давление до 150 атмосфер. Вот проверяли, держит там уплотнение или нет. Ну, а потом уже испытывали на животных и наполняли там азотом, кислородом, ну, то, что нужно для смеси. Вот. А так, по Северодвинску, это был любимый город, который я знал с 67 года и вот до где-то до 6 года, 2006. Ну, больше я так говорить не буду, потому что, ну, я это самое про корабли уже сказал. Я вам расскажу про еще одну задачу, которую пришлось решать. В 68 году в Чехословакии был, значит, бунт, поднялись восстания, хотели отсоединиться от Чехословакии, от договора Варшавского. И туда были брошены войска наши, танки. И эти танки, значит, крушили, если видели подозреваемое место, то стреляли без разбора. А я к чему говорю, что во время стрельбы в танках, значит, образовались выхлопные газы. И от этих газов, от резины особенно, погибло 10 экипажей. Это 40 человек. Вот была задача, значит, усовершенствовать затвор артиллерийского орудия танкового диаметром 122 миллиметра. И я этим занимался, там, значит, начиная с 70-го года, а в 71-м году ехал уже на испытание своего затвора. И тут сообщение произошло, значит, погиб экипаж космонавта Добровольский Пацаев Волков. Волкова я видел близко, метрах в трех от себя. Он выступал у нас в институте и рассказывал о подготовке полета первого. Я не помню, какой там был корабль. Но такой симпатичный Волков, широкоплечий. Он был председатель самой акробатики. И вот я ему задаю вопрос: а как вы питаетесь в космосе? Он говорит: да, берешь бутерброд, куснешь его и летаешь вместе с ним. А на самом деле, вообще, это он так рассказал, на самом деле крошки не должны летать в воздухе, ну, не в воздухе, а в атмосфере, в которой находились космонавты. Потом я говорю: а как же вы спите? А он говорит: а мы спим по-разному, кто вверх ногами, кто горизонтально, кто сидя. Потому что невесомость никак не отражалась. Вот почему я это самое, и когда ехал на испытание затвора, я ужасно расстроился. Вы меня извините. Расскажите, какими качествами должен обладать изобретатель, если вот, допустим, ребенок, человек хочет выбрать такую профессию, что его тянет? Как у вас? Ну, во-первых, острый глаз, дальше в памяти что-то для сравнения должно быть, когда ты ищешь что-то. Ну, вот. Внимательность и настырность. То есть надо, если ты взялся за какое-то дело, надо довести ее до конца, а не бросать. Бросаться на другую работу, на третью. Ну вот я приведу вам пример.
значит, самое, когда я разбирал велосипед по весне, то мне, значит, показалось расположение шариков в обойме очень важным. Я применил в одном изобретении это. Оно мне надоумило. Кроме того, значит, Альц Шуллер, такой был самый начальник, я не знаю, сектора или что, в институте, Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной экспертизы, где вот эти патенты рассматривают, принимают решение давать или нет, заявки рассматривают, а не патенты, а потом давать или не давать. Так вот, патент. Так вот, этот Альц Шуллер, он, значит, написал книжку «Как изобретать». Вот ты запомни, Альц Шуллер. Там. И там есть такие моменты, главное, я скажу, значит, если изобретение не работает стоя, положи его. Если изобретение лежа не работает, поставь на голову. Если и так не работает, раздели его на части. Вот я никогда не пользовался этим, а самое. Вот на части одно изобретение я разбил, и получился хороший результат. Ну, а так, конечно, надо внимательность, помнить, чем ты занимаешься, искать что-то близкое по решению. И когда ты близкое найдешь, это будет прототипом. И ты этот прототип как бы критикуешь, пишешь, что отличается тем новое изобретение, что вот там были такие-то. Ну, я вам скажу, скажем, вот такой момент. Уплотнение для крышек шахт, там, потом этих всяких кингстонов, которые открываются и закрываются. Я посмотрел прототипы. Есть, значит, крыши вагонов железнодорожных, которые открываются и закрываются в уплотнении. Но там в чем дело, что они эти держат давление только атмосферное. Вода или это самое, ну, где-то полатмосферы или сколько. А мне надо было 250 атмосфер. Ну и, да, в общем, поэтому я по-другому все сделал. А прототипом было вот это. Ну, что еще сказать? Что еще, я, честно говоря, не помню. Но у меня всегда были такие моменты, что я всегда что-то делаю по-другому, удобнее и практичнее. Ну, даже вот, когда мы ездили в совхоз, там, значит, морковку собирать, а там грядки, трактор поднимает скобой, и морковка вся в легком виде находится наверху. И надо ее собрать, обрезать и сложить в ящики. Ну, я говорю, надо разложить эту морковку так, чтобы ботва была в середине, а морковка снаружи. Легко пользоваться, легко обрезать. Ну, я вам скажу, что изобретения есть пионерские. Ну, допустим, Попов, пионер радио там и так далее. А есть изобретения усовершенствующие, существующие. Или там по-другому применяемые, уже известные там изобретения, тоже становятся изобретениями. Я вам расскажу о устройстве, которое я придумал для очистки печных труб. Раньше было, трубу чистили вот такими вот ёршиками. Опускали по стволу трубы и прочищали. Причем ёршик был по диаметру больше, по размеру, чем сама труба. И для того, чтобы протащить этот ёршик по всей трубе, нужно было груз. Не такой, как вот здесь, небольшой вот груз, а гораздо больше. Ну и самое то, что вот этот тросик, скажем, там капроновый или еще какой-то, терся о край трубы и стирался. И были случаи, что отрывался вот это все устройство, ёршик и груз, и падали вниз. А поскольку они были размером больше, чем просвет трубы, то приходилось снизу выламывать кирпичи и вытаскивать то, что упало. У меня ничего этого нет этим устройством. Из чего оно состоит? Оно состоит из желоба, на конце которого
здесь катушка деревянная. Здесь в середине желоба привязан тросик. И этот тросик скользит по этой катушке, когда прочищаешь трубу. Сама прочищающая часть, она из ёршика, который меньше, чем труба. То есть и груз тоже небольшой. И вот таким образом берем, опускаем в трубу. А когда надо поднять на поверхность, то за тросик тянем по этой катушке. И катаясь, тросик не разрывается. Таким образом легко можно почистить трубу по всем плоскостям, поскольку ёршик маленький. Вначале левая плоскость трубы, потом правая, потом переднюю и боковую. Прочищаешь очень все удобно и хорошо. У меня много лет этим я пользуюсь. И вот изобретение совсем новое, даже можно сказать сегодняшнее. Это сделано у меня для чего? Для рыхления грядок с помощью вот этого вот ерша. Видите, какой он из себя есть. И, значит, включаешь, начинает вращаться и теребит поверхность земли. Таким образом, из сорняка сорняки выдергивает и рыхлит землю. Вот это вот такое устройство. Очень удобно, не надо там наклоняться, идешь вдоль грядки. Я попробую, только попробую. Уже нравится, все как надо. Ну, отлично, отлично. Время подвиги эти. Это медаль изобретатель СССР. Оторвать от него верхний пласт. Или взять его крепче за горло. И оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целые груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады провольных стрелков. Ты к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком.